Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами попробуем довести вот такой вот грузик чеснок из Вены в Абердин, да? Это у нас получается из Австрии в Великобританию, да? Ну и поехали. Хотел вам сказать, что на сервере 3000 онлайна, 3000 плюс, и это жесть. Подловил я этот день наконец-то, когда будут люди. И это воскресенье вечером, это жесть, ребята. Я думаю, что тут будет полная задница. Не забывайте смотреть по ссылке в описании плейлист с прохождением Eurotrack Simulator. Я начал Eurotrack прохождение, потому что первое видео по дороге дураков у нас набрало нормально просмотров. И я думаю, что мы с вами будем путь бомжа вести от нуля до миллиона или скольких там денег. Ну, в общем-то, смотрите. Также хотелось попросить поставить много лайков, сделать подписочки на канал, если я увижу хороший актив. Много-много актива, то мы сделаем следующую серию по дороге дураков. Так, вижу первых людей. Наверное, я буду снижать скорость, когда буду видеть другие машины, чтобы как-то более к реалистичности прибавиться. А так будем летать, конечно, летать. Так, у нас, кстати, мало топлива. Надо будет заехать заправиться. Нормально он встал? Он выспался сегодня, интересно. То может такое срочное случиться, чтобы встать посреди дороги и просто стоять. А, то бишь, где ограничения, машина сама больше 60 автоматически ехать не будет. Главное с фарами не нарушать. Кстати, мне писали в комментариях под прошлым видео, чтобы я не ездил на дороге дураков, то я могу тут потерять все свои деньги. Это будет аккаунт специально для дороги дураков. Будь бомжа, мы играем на другом. Какие-то два фуиста перестроили сзади. Идут на обгон. Пока не так быстро едут. Они меня не зажмут сейчас между. Мужики, аккуратно. Я впервые еду с живыми людьми. Ну, если не считать стримы. Они меня хотели бортануть, походу, прикинь. Господи, что они делают, эти два... Ну чё, братишка? Кто притих? Все, приехали, да? О, давай. Удачи. Вам бан. Обходи, только не бортуй, пожалуйста. Ну, мы не сильно накоцались. Прям чуть-чуть совсем. А то, что износ транспортного средства, это пофигу, я думаю. Это не наша машина. Компании еще и не заправленную нам ее дали. Ребят, напишите в комментарии, есть ли тут какая-то рация внутриигровая. Я когда ездил с ребятами со стрима, мы ездили с рацией, а здесь есть. Кстати, расскажите мне еще, пожалуйста, в комментах. Это типа не байт, я просто реально хочу знать, как выглядит админ на сервере. Допустим, если я встречу где-то админа, как я пойму, что это админ? Может, у него ник какого-то другого цвета будет. Один с красным ником человек ждал на заправке, да? На отдыхе он сидел. Но это, возможно, был не админ, а просто клан какой-то, я не знаю. Конвой. Как здесь называются кланы в этой игре?
Какой-то человечек уезжает с Сончаса. Вот этот нормально человек едет, он не пингованный. Ну как нормально? Ненормально он едет, но он не пинговый хотя бы. Его не дергает влево-вправо. Ну слушайте, если мы выехали с утра, то так-то день долго в игре идет, да? Можно сказать. Мы сколько уже проехали, а время еще только 12:30. Кузьмич, ёпта. Кузьмич, 51 регион. Я хочу хорошо себя зарекомендовать в мультиплеере, чтобы админ не подумал, что я какой-то дебил и не кикал меня при первой возможности. По-любому у админа есть какой-то список людей, которые все время вылетают. И он их кикандрепает. АКД. Если какой-то минимальный косяк с их стороны. Вот они, молодцы, давай. Жми, братишка. Емать, пробка. Вот это жесть. Мне же, по сути, влево, да, можно перестроиться. Мне зачем покуда ехать? Ой, извини, братишка, сорян. Я не хотел, честное слово. Кто-то матерится, походу, на меня. По-моему, в этой дороге я дурак. А тут, наверное, не разрешено перестраиваться. Сколько здесь людей? Жесть, у меня аж пролагивает. Сигналят все. Да, дяденьки, не повезло вам, конечно. Тут я понял, не только наши языки, да? Тут прям общий сервер. Не сказать, что много людей играет. 3000 людей для... такого количества людей в мире. В принципе, интуитивно понятно, куда нужно ехать. И стрелочками показано. Даже не будучи водителем, и так понятно. Да, видать, медленноватая фура у меня. Нас все норовят обогнать. Ну вот этого я, наверное, пропускать не буду. Но если возьмется за обгон, то я приторможу чуть-чуть, конечно. Пусть проскакивает. Короче, давайте-ка я пропущу этого товарища, а то я что-то начинаю это... волноваться. Я, мне кажется, сейчас тут напакощу. Натворю делов. Как я устал ехать. Зачем я такой большой путь взял, капец. Блин, я мимо проехал. Но никто же, наверное, не заметит. Нифига он едет. А я боюсь, что меня заметит. По траве прям. О, видите, все я делаю, типа, красиво. Лишение водительских прав 15 суток плюсом. О, доход от водителя пошел. Мария М. 1111 принесла. Молодец. Я просто хочу уже приехать. Паренечек меня обгоняет. Ну-ка, что там? Кто-то догонялся, да, походу? Ой-ой-ой. Какой хороший мальчишка был когда-то. 13 километров. Ура, друзья, ура. Куда ты едешь? Васенька. Я по встречке выехал, что ли? Так это он по встречке едет, нет? Stupid bro пишет. Я что, по встречке еду? Рэк. Типа записал, что ли? Да я еду неправильно. Да пожалуйста, я уже переехал. Давай.
Ну и наконец-таки мы прибыли. О боже, сколько это было долго. Друзья, давайте без опыта сдадим. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Обязательно писать свои комментарии. Если будет много актива, то выложу следующую серию довольно-таки быстро. 46 тысяч мы с вами заработали, 682 опытный водитель. Немножечко накоцали, ничего страшного, думаю. И минусов мы не получили снова почему-то. То ли тут уже обрезано, показывает. Я не знаю.